Раз, два, три. Так. Садимся на коленочки. На коленке. Чувствуем опору. На что опирается сейчас у нас таз? На что опираются ноги? Хорошо. День пятый нашего марафончика небольшого, заключительный. И сегодня мы немножечко уделим внимание брюшной полости. Вот у нас есть живот. Все знают, наверное, что это как второй мост по количеству различных кровеносных, ну, количеству крови, которая здесь присутствует, и различных лимфоузлов и нервных окончаний. Вот. Давайте погладим животик вот по большому кругу, по часовой стрелке. Начнем с ним знакомиться. Наше ресурсное состояние во многом зависит от состояния брюшной полости. Вот моя массажная практика ярко это подтверждает. Если человек приходит уставший, нервный, болит спина, то работа с животом позволяет решить уже многие-многие вопросы. То есть человек расслабляется, человек много блоков скапливается, психоэмоциональных, травматичных, и спина перестает тянуть, если живот, ну, структура вот здесь все расслаблены. Кладем по часовой стрелочке. Приятно. Чувствуя ладошки. Как бы давайте улыбнем по своему животу. Дышим. Мягко дышим животом. Гладим. И смотрим, как это влияет. Это поглаживание. Хорошо. Теперь в районе губка остановились. И пошли против часовой стрелки. Маленький кружок, вкручивая губок внутрь. Маленький круг. Не сутулимся, не схлопываем. Вот у нас основная, когда грудная клетка неровно стоит, да, вот она, например, запрокинута вперед из-за сутулой спины, брюшная полость сжимается. Вот давайте потянемся макушечкой вверх, потянем ребрышки вверх, из боков, и сзади, и пупок вкручиваем против часовой стрелки. Хорошо. Теперь ставим кулачки. Вот сюда паховые складочки. Делаем вдох. И на выдох наваливаемся животом на кулаки. Наклоняемся. Верно. И еще глубже кулаки поставили. Выдох. Низ живота. Вдох. Поставим в районе пупка. Выдох. Вдох. Так, чтобы где-то в районе пупка справа-слева кулаки ушли внутрь. Выдох. Вдох. Теперь под ребра пальчики вот так ладошку сделали и под ребра поставили тыльными частями ладонями, тыльные части ладони на бедре. Выдох. Если берем,
Если неприятно, очень аккуратно и можно кулачками заменить. Попробуем под ребра запустить пальцы. Вдох с боков. Выдох. Обжимаем. Вот эти вот реберные дуги изнутри. Там у нас и диафрагма, и различные внутренние органы. Выдох. Вдох. Солнечное сплетение. Выдох. Да, не нужно это делать, если есть открытые язвы, хронические там различные заболевания или боль. Вот сейчас прям боль появляется. Поэтому, если боль, то просто можно сидя вот так мягенько понажимать. А мы дальше идем от солнечного сплетения, вот наполовину между солнечным сплетением и пупком. Выдох. Вдох. В пупок. Поставили пальчики. Выдох. Вдох. Почувствуйте, как главная аорта там пульсирует под пальцами. Под пупком. Выдох. Вдох. К лобковой косточке ближе. Выдох. Вдох. Теперь слева, где подвздошная косточка, вот слева туда, вот слева от лобковой косточки, выдох. Сигмовидная кишка справа, сбоку, вот так сюда, выдох, вдох, справа чуть выше, идем по обводной кишке, чуть выше, с правой стороны, выдох, вдох, под ребром, чуть правее от пупка сверху. Выдох. Ну, почти под ребром. Вдох. Еще раз серединка между солнечным сплетением и пупком. Выдох. Теперь слева. Левое подреберье. Напротив подвздошной косточки. Выдох. Вдох. Слева от пупка. Выдох. Вдох. Вниз опустились по линии вот этой под подвздошную косточку. Выдох. Вдох. И за подвздошную косточку туда. Попробовали. Опуститься, выдох. Оттягивая мышцы. Вдох. И район пупка легли, дышим. Выдох. Лежим, дышим, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Погладь лежу. Угу. Встаем. Продолжаем стоя. И все наклоны, это у нас воздействие на брюшную полость. Все скрученные положения, это воздействие на брюшную полость всегда. Ну, кроме всего прочего. Руки через стороны вверх, но. Дыхание уджайи. Выдох. Опускаемся в наклон.
Поднимаемся, вдох. Наклон, выдох. Вдох. Давайте. Выдох и втягивание живота в наклоне. Выдох. Да, выдох, тянули живот. Отпустили, вдох. Выдох, тянули живот. После выдоха. Отпустили, вдох. Выдох. Тянули. Вдох. И руки, выдох, справа, слева. Голову опустили вниз. И покачали вправо, влево. Раз через правый бок вышли назад. Покачали вправо, влево. И через левый бок вышли вниз. И еще круг. Раз. Медленно. Два. В другую сторону. Вдох. Медленно проходим все зоны. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Хорошо. Большой палец перед собой. Смотрим на большой палец, делаем вдох. Всем позвоночником разворачиваемся. Выдох. Второй палец. Вдох. Выдох. Первый палец, вдох. Выдох. Второй палец, вдох. Выдох. Хорошо. И теперь ротацию с раскручиванием. Ага. Руки, плечи свободно двигаются. Заглядываем за спину. Хорошо, отпустили. Теперь бок вытягиваем. Правый локоть идет вверх. Рука под мышкой, пальчики под мышкой, вдох, шею натянули. Выдох. В другую сторону, вдох. Локтем потянулись, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Рука полностью пошла вдох. Натянули всю линию. Выдох. Вдох. Натянули всю линию. Выдох. Угу. Хорошо. Ладошки в стороны локтями. Ладони и локти. Прогиб. Выдох. Локти в живот. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Дыхание позвоночника, вдох. Весь позвоночник. Толкаем таз вперед. Выдох, скругляем спинку, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Руки через стороны. Вдох. Опускаемся вниз, проглаживаем перед собой. Выдох. Поднимаемся вверх. Вдох по позвоночнику, волну поднимаем. Выдох. Поднимаемся вверх. Вдох. Опускаемся вниз, выдох. Поднялись, вдох. Опустились вниз, выдох. Поднялись, вдох. Опустились, выдох. Поднялись, вдох. Опустились, выдох. Остались тут. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Ладошки перед собой. Вытянулись в наклоне. Вдох. Выдох. Виньяса. Прогиб. Вдох. Пальчики подальше. Смотрим вперед. Выдох. Пальцы сзади. Взгляд назад. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, ножки пригибаем. Руки вверх. Замок сделали. Вдох. Замочек вывернули. Голова вперед. Выдох. Опустили руки. Замок вывернули сзади. Вдох. Выдох. Замок спереди вывернули вверх. Вдох. Выдох. Замок сзади. Вдох. Выдох. Спереди вдох. Выдох. Хорошо. Одна рука правая сверху, левая снизу. Согнули. Руки. Соединили сзади. Значит, для тех, у кого не соединяется, сначала делаем так. Потом делаем вот так. Тех, у кого соединяется, захват, вдох. Опускаемся в наклон, выдох. И вверх, вдох. Наклон, выдох. И вверх, вдох. Наклон, выдох. И вверх, вдох. Отпустили замок, выдох. Нет, еще раз зацепили тот же замок. Тот же замок. Боковое вытяжение, вдох. Выдох. А теперь отпустили. Поменяли захват. Вдох. Выдох. Толкнули таз вперед. Вдох. Опустились вниз. Выдох. Вверх. Вдох. Выдох. Вверх. Вдох.
Омни свой, да? Вверх, вдох. Угу. Вытянули. Выдох. Локтем в левом потянулись. Вдох. Выдох. Отпустили. Хорошо. Обе ручки сзади. Попробовали поставить намасте сзади. Если не получается, то по одной руке, вторая рука помогает. За локоть. Угу. Толкнули таз вперед и ребрышками толкнули грудную клетку. Вдох. Опустились вниз, выдох. Вверх, вдох. Вниз, выдох. Вверх, вдох. Вниз, выдох. Вверх, вдох. Угу. Отпустили ручки. Выдох. Заход. Поставили, вытянули руки перед собой, перекрестили, захватили, вывернули. Раз. Вывернули два. Вывернули три. И четыре. Поменяли захват. Вывернули. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. Встряхнули в кулаки, сжали и покрутили кулаком. Сцеплением покрутили. В другую сторону. Волна. О, сделали волну. Ага. Хорошо. Сбросили. Правая рука вперед. Смотрим на правую руку. Делаем вдох. Левой назад. Смотрим на правую руку. И провожаем взглядом. Выдох. Смотрим на правую руку. Вдох. На большой палец правой руки. Выдох. Разворачиваемся. Вдох. Дыхание уджари. Выдох. Теперь смотрим на левую руку. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь раскачиваем руки. Вперед назад. Движение из стороны, как будто мы на лыжах идем. Классикой. Ага. И теперь два круга. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Бросили все. Угу. Правой ножкой. Один круг. Раз. Отшагнули. Левой ножкой. Отшагнули. Нижнюю позу. Вдох. Выдох. Нижняя поза. Вдох. Выдох. 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 В нижней позе стоим. Пальчики ног чуть-чуть в стороны. Начинаем пошире ножки поставили, двигаться вправо-влево. Вдох, левую ножку чуть натянули. Выдох. Вдох, правую ножку чуть натянули. Перешли весом тела. Выдох. Вдох. Пробуем присесть. Выдох. Вдох. Пробуем присесть. Выдох.
И еще носочек и вверх, вдох, приседай. Выдох. Носочек и вверх, правый вдох, приседай. Выдох. Еще присели, вдох. Сидим. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Можно руки вот так ставить. Выдох. И можно руками вот так. Пяточка остается внизу. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Поднимаемся. Выдох. Хорошо. Пирамида, поза звезды. Прогиб. Ладошки развернули, вдох. Свернули, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Разворачиваем правую пальчики. Ноги. Вытянулись. Макушкой вверх, пальцами в стороны. Вес распределен равномерно. Ага. Потянулись правой рукой. Вдох. Опустились вниз, выдох. Смотрим на левые пальчики вверху, вдох. Может на руке стоять, выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Рука над головой. И опускаем ее вниз. Правую вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Теперь разворачиваемся к правой ноге. Ножку ставим параллельно. То есть ступня параллельно правой и левой. И утяжение к правой ноге. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Вытягиваемся вдоль правой ноги. Вдох. Выдох. Переходим на правую ножку. Артха Чандрасана. Правая рука внизу, левая вверху. Смотрим наверх. Вдох. Или перед собой. Выдох. Вдох. Ножку выше. Рука над головой пошла. Смотрим вниз. Вдох. Выдох. Вдох. Опускаем левую руку. Поднимаем правую. Вдох. Посмотрели вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Отшагнули назад. Отшагнули назад. Широкий шаг. Руки вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Замочек толкнули замок вверх. Вдох. Выдох. Опустили локоть. Палец. Ой, пятка задняя в пол. Развернулись. Вдох. Паривритта Триконасана. Выдох. Можно пальчики вниз положить. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Развернулись. Локоть за правое колено. Развернулись ладошки на ладошку. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ладошки вниз. Нижний упор. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Три дыхания, втягивание живот. Вдох. Выдох. Тянули живот.
Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Посмотрели вперед. Шагнули правой ногой. Развернулись. Пирамидку. Или левый, как вам удобно, чтобы смотреть. Я правый шагнул. Руки через талию вверх. Угу. В исходное положение вышли. Поза звезды. Развернули левую ступню. Левую. Так, выровняли позвоночник. Копчиком подвернули таз вниз. Плечи опустили вниз. Не поднимаем. Вот попробуйте плечи поднять, опустить. Не поднимаем плечи. То есть мы такие, мы перешли такой классический масаном к блоку. И теперь левой потянулись в сторону, опустили вниз. Вдох, смотрим на правые пальчики. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Потянулись правой рукой вперед и вниз. Левый вверх. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Опустили ладошки перед собой. Пяточку поставили, стопы поставили параллельно. Пальцы смотрят вперед. Вперед. Ноги прямые. Вытянули вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Угу. Теперь переходим на левую ножку, разворачиваем ее. Левая рука под плечом, нога боком, вот, ягодица сверху. Правая рука вверх. И если равновесие позволяет, голова вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Смотрим вниз. Над головой закинули руку. Вдох. Выдох. И еще вдох. Ножку выше. Выдох. Правая рука внизу. Левая вверху. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ладошки поставили перед собой. Отшагнули назад. Сделали широкий шаг. Вирабхадрасана. Замочек вверху, как неудобно замочек. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Локоть на колено. Пятку в пол. И еще вытянулись в широком шаге. Рука над головой, вдох. Вот линию сделали. Выдох. Можно поставить ручку вниз, вдох. Левая нога согнута, выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Локоть за колено. Соединили ладошки, вдох. Перед грудью. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Хорошо. Перешли планку верхнюю. Вдох. Выдох. И начинаем пяточками тянуться назад. Вдох. Выдох. На подъем стоп перешли круглый спина. Вдох. Выдох. Пяточками назад. Вдох. Выдох. На подъем перешли. Вдох.
Выдох. Пяточками назад. Вдох. Выдох. На подъемы. Вдох. Выдох. Пяточками назад. Вдох. Выдох. На подъемы. Вдох. Выдох. Собака головой вниз. Три дыхания, втягивание живота. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Хорошо, на носочках приподнялись. Раз слева опустили. Выдох. На носочках приподнялись. Таз справа опустили, выдох. На носочках приподнялись. Опустили пятки вниз, выдох. Левой ногой шагнули вперед. Развернулись. Пирамидку. Ноги пошире. И ушли головой вниз. Висим, вдох. Локти смотрят назад, ладошки под плечами. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Развернулись. Полностью развернулись в правой ноге. И пробуем уйти. Разъехаться. Хануманасану. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Подползаем ножкой на место. Встаем в пирамидку. Угу. Опустились вниз. Вдох. Выдох. Еще шире пирамидка. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Развернулись к левой ноге. Поставили колено. И отползли пяточкой вперед. Ага. Продольный шпагат. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Собираем ногу. Ставим пирамидку. И из пирамиды пробуем вот такую штуку. Если получается, ладошки ставим сзади и пробуем сесть. Или любым другим способом, без разницы. Сели. Руки сзади, ножки раздвигаем. Вот в свой вариант. Угу. Дышим животом, втягивание живота. Вдох. Выдох. Кинули. Вдох. Выдох. Кинули. Вдох. Выдох. Внизу талки. Кинули. Вдох. Зацепились за ножки свои, соединили бабочку, руки также сзади. Угу.
И здесь также подышали животом. Тазом упираемся в пол. Тазом. Руки помогают удерживать позвоночник. Вдох. Раскрыли живот. Выдох. Кинули. Вдох. Живот толкнули. Выдох. Кинули. Вдох. Выдох. Кинули. Ноги, руки можно спереди держать. Вдох. Выдох. Агнисара Тхавати. Кинули. Хорошо. Скрестили ножки. Сели поудобнее. Ладошки справа, слева. И начинаем замедляться. Почувствуйте, как изменились ощущения тела, ощущения пространства. Давайте посмотрим на свое, вот на комнату, где вы находитесь. Оглядитесь, посмотрите на объекты, предметы, цвета, какие-то тени, формы, что вас окружает. Дайте глазам перебирать это, повзаимодействовать. Какой такой контакт, контакт с объектами, чтобы произошел контакт с объектами. Где-то взгляд остановится, контакт будет дольше, где-то он будет скользящий. Хорошо, теперь прикрываем глаза и начинаем слушать. Такое активное слушание всех входящих сигналов. И теперь вот это ощущение слушания переносим на тело, как бы начинаем слушать тело. Тело слушает, что происходит, что сейчас, вот конкретно сейчас, послушать, что я сейчас чувствую. Хорошо. Переходим к ощущению дыхания. И делаем несколько полных вдохов. И выдохом на выдохе на расслабление. Вдохнули. И как таким сканером по телу выдох, выдох, выдох. Все стекает, 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 стекает. Все, вес тела стекает. Ненужные тревоги стекают, ненужные мысли стекают, ненужные напряжения стекают, ненужная энергия. Все, вот, отдавайте все вниз, вот туда, вот, в землю. Представьте, что это стекает в виде такой жидкости вниз, и мы это отдаем земле. Полный вдох, а на вдохе поток сверху запускаем. Поток белого света. Поток белого света такой луч, который в таз идет. И потихонечку, как представьте, что это сосуд, тело это сосуд, и мы с белым светом заполняем, заполняем сосуд потихонечку, пока белый свет не вытеснит все остальное, чтобы засияло изнутри белый, золотистый, солнечный. Или серебристый, то есть такой высокой вибрации. В медицинском цигуне белый свет используют для
лечение многих, и в том числе вирусных историй, для исцеления. Если есть в теле какая-то нескладуха, хроническая болезнь или просто болячка, вот что-то беспокоит, любое, вот, если это орган какой-то, сконцентрируйтесь на этом органе и в белый свет начинаете дышать через него. Если это какое-то психоэмоциональное состояние, эмоции не отпускает, мысли не отпускает, почувствуйте, где эта эмоция сидит в теле. И начните дышать через это место. Допустим, страх может сидеть в животе, да, в районе желудка, то можно продышивать это место. Пример. Большие тревоги, ну, заботы и непосильная работа может быть вот здесь, на шее, на нашем седьмом позвонке. Вот люди начинают сутулиться от непосильного взятого какого-то обязательства. Начните дышать через позвоночник, отпуская это, легче. И если есть большое такое какое-то дело, которое никак, начните его как бы дробить на части, и по частям это уже будет легко все. Ну, много тут вещей можно поделать, все индивидуально. В общем и целом наполняем, если непонятно, что делать, просто наполняем тело белым светом. Оно как бы раздувается, как такая резиновая, как резиновый зайка. Раздувается изнутри все белое, сияющее, а все, что не нужно, у нас с каждым выдохом уходит вниз. И минутку посидим, не двигаясь, вообще не двигаясь, просто наблюдая за дыханием. Почувствуйте, насколько приятно ощущать себя, ощущать свое дыхание, ощущать мышцы в теле. И давайте сегодня перед любым, абсолютно любым делом, то ли это поход в туалет, то ли это важная встреча или завтрак, на минутку, вот на полминутки остановились, почувствовали мышцы в теле, почувствовали дыхание, улыбнулись себе, улыбнулись тому действию, которое сейчас предстоит. Даже 10 секунд, вот прямо вот остановились и представили, вот эти, не представили, а почувствовали эти ощущения. То есть пришли в приятное такое ресурсное состояние, и из ресурсного состояния начали чистить зубы, начали делать работу, сели за руль там, и так далее. То есть из состояния дружественности к себе, вот улыбнитесь себе, представьте себя рядом с собой, примите себя, вот, почувствуйте, насколько есть принятие. И из вот этого приятного ощущения давайте представим наш день, который предстоит прожить. Если кто-то будет в записи смотреть, значит, ну, кто-то остаток дня или следующий день, если вечером. Улыбнитесь и таким лучиком, вот этим белым светом осветите свой день, всех людей, которые, возможно, встретятся сегодня. То есть для этого не надо прыгать, бегать, веселиться, ликовать,
просто внутреннюю сохранять улыбку и проецировать ее на то действие, которое предстоит. Это и будет ресурсное состояние. Если уходить в уныние и в печаль, это будет не ресурсное. Ну, понятно, да? Мы сейчас оживили тело, мы его включили, оно начало вибрировать, оно начало хорошо ощущаться. Теперь мы можем что-то с этим делать. Я буду заканчивать этот наш последний, заключительный, вернее, день. Надеюсь, он будет не последним. Если желание продолжать утренние занятия, его озвучьте. Вот, я с удовольствием поддержу, и мы будем дальше встречаться. Вот, в подобном режиме. Тем очень много. Да, просто будем встречаться, чтобы подвигаться, сделать заряд, чтобы появилась вот эта садхана или садхана, дисциплина тела и ума, чтобы мы ежедневно, ну, такое, делали что-то с собой, что приводит нас в ресурс и в осознанность, в состояние здесь и сейчас. То есть регулярность, она всегда дает свои плоды. Постепенность и регулярность. Хорошо. Если у кого будет желание отблагодарить каким-то образом меня за эти встречи, я там где-то писал, как это можно сделать. Это по желанию. Спасибо. Прекрасного дня. И до встречи. Да, и поднимите ручки, кто доволен. Так, все, всем спасибо.